Resident Evil 6. Вот и добрался шестой Resident Evil до персональных компьютеров. Всех приветствую, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики, зрители моего канала. У микрофона 5x74. И я начинаю прохождение игры Resident Evil 6. Давайте посмотрим, что же, как же разработчики перекинули эту игру на персональные. Консольщики, конечно, уже давно многие прошли уже, кто более или менее увлечен серией. Но персональные, кто имеет персональный компьютер, будут пытаться сделать только сейчас. Ну что ж, поехали. Титры у нас идут. Хочется сказать, что удивительно, но даже на моем не сильно мощном компьютере, даже особо не мощном, Resident Evil 6 идет на самых высоких настройках, и при этом практически не лагает. Удивительно. Хотя на форумах я читал по этому поводу, народ писал, что просто перенесли на компьютер без улучшения графики, поэтому... Ну, все же ладно. Сразу же идет подсказка осмотреться. Да, мы тащим тело Хелены, как будто она чуть ли уже не труп такой. Возмужал-то ты как, Леон? После четвертой части. Уж серьезно такой мужик стал. Come on. It's not over yet. Настройки графики я поставил выше среднего, и все равно довольно-таки темно в этом месте, потому что я помню, как в начале показывал, сделайте графику, чтобы шестерку еле было видно. Я тут практически ничего не видел. И сейчас я играю... Ну, не сказать, что совсем в темное время, но небольшой свет идет. Вот. И я как бы освещение искусственно еще не включил, но все равно при этом даже вот с такой яркостью, и когда свет не бьет в экран, все равно не, ну прям вот в этих местах темновато. Если я у себя в комнате включу свет, да и яркость уменьшу, будет, конечно. Хотя, видимо, на этом было и рассчитано, чтобы больше хоррора, меньше видно было. Mm.
Но даже сейчас вот можно смотреть на качество персонажей. По сравнению с пятым Resident Evil, я бы не скажу, что они сильно прям улучшились. Может быть, где-то даже и не изменились. Вот мы видим новая система. Я даже не знаю, как назвать, наподобие Quick Time Event. Использование. То есть различные вариации. В этом, конечно, сразу плюс игре. Ну и, насколько я понимаю, пролог идет как небольшое обучение для игры. Ну, говоря наперед, да, изменений, конечно, в управлении предостаточно. Let's try this way. We're almost through this. Здесь уже кого-то, я вижу, порубали так на мясцо. Ну как уж не на мясцо, но... Let's take a break. Let's take. Самое удивительное, у Леона, как я позже понял, не было патронов. И для чего тогда он достал пистолет? Так, наша задача — найти аптечку. Ну, видим снова наша лечебная трава, которая путешествует все пять частей, плюс дополнения различные. Ой, уже 6 частей, что я. Да, теперь кнопка подбора не Е, а Р. Ханиган. Good to hear you're okay. Where's Helena? She's not doing too good. She needs medical attention. Do you have any herbs left? A few, but I'm not sure they'll help. Okay, listen. Just follow my instructions. Ну, знакомый голос, Ингрид Ханиган. Знаком нам еще по четвертой части, связист. Так, и выбираем траву для смешивания. Здесь я до сих пор не разобрался, как переключаться, но думаю, ладно. Последующим вот смешали травы, поместить в коробку для... А, ну это вы выкинуть. А как переключиться на это? Ладно, переместим. Вот у нас здесь она высветилась. Hold on, Helena. Полечим ее. Too many good agents have died here today. You're not getting added to that list. Leon. Сегодня погибло много хороших, я думал, скажет людей, он сказал агентов. То есть люди для него не люди, главный агент. Сразу же нас пытается. В первый раз я долго думал вообще, что делать, как бы рассматривал. А сейчас я что-то как-то сразу не выстрелил. А может, я ошибся вначале, что у Леона не было патрон. Просто изначально нам нельзя было стрелять.
Ну, я вижу, заполняется вон вторая строка красная. Это, возможно, наша выносливость. Я, изначально я на нее не обратил как-то внимания. Конечно, беда о многих играх. Это сложность высокой детализации волос, конечно. Как бы вся графика не выглядела замечательно, когда волосы так плотно, как приклеены друг к другу, не будет чувствоваться, что, ну, что персонаж ближе к реалистичному. Я думал, я переспала там с кем-то. Вот, теперь у нас появилась кнопка подсказки, как в Dead Space. Куда идти, что делать. Кстати, появилась новая возможность у Леона, это выхватывать второй пистолет и стрелять из двух. Ну, не знаю, я как-то попробовал целиться в одного зомби и стрелять из двух пистолетов. Не очень удобно, потому что прицел идет только на правом пистолете, а на левом нету. И он стреляет сначала правым, а левым куда-то немного в кость. И меня это сбивало. Хотя сначала мне показалось удобно, но на самом деле стреляет он быстрее, но как-то не очень удобно. Так вот, про графику. Пока высокие технологии не научатся делать волосы так, что они действительно, каждая волосинка как бы, ну, могла не зависеть друг от друга шевелиться, как это выразить, не знаю, но не быть как приклеенный, что ли, как парик, то есть, ну, так и не будет казаться, что все там прям сильно реалистично. Да, ну, графика, конечно, оставляет желать лучшего, как я уже сказал. Ну да ладно. В принципе, все мы любим Resident Evil не за графику. Хотя, зная, что шестой резик многие критиковали, уже игроки, читая отзывы, что-то не особо не понравилось. Ну и пятый тоже там из-за своей, как это сказать, к переходу к экшен-системе. Вот. То, конечно, остается думать, ну ладно, раз они в геймплее не могут преуспеть, давайте хотя бы графику делать хорошую. Но в итоге у разработчиков получается и не то, и не то, и не с графикой их нехорошо, не с геймплеем. Если, допустим, первые резиденты, если сейчас играть, то думаешь, ну графика не ахти, но зато там геймплеем завораживал. А в то время, конечно, и то было на высшем уровне, то сейчас уже ни графика не впечатляет, ни геймплей. Ну, я пока не буду делать выводов, так как я только начал. Это мы уже все в конце моего прохождения все выясним. Мои мнения об игре и т.д. и т.п. Пока что я только начинаю знакомиться с игрой. У нас появилась система перепрыгивания, хотя вроде в четвертый, в пятый что-то он как-то не перепрыгивает. Так, ага, выбор оружия ТГ. Либо колесико мыши, но все равно. Прологи нам уже позволили пользоваться большим видом оружия, нежели в начале. Ну ладно. Также у нас появилась новая функция быстрый прицел. То есть, когда вас начинает зажимать и вы ничего не можете сделать, ну, как бы нет времени прицеливаться, есть момент нажать две кнопки, он будет наотмашь стрелять. Это что у нас, магнум? Ладно, возьму обычный пистолет.
Не буду выпендриваться, сделаю вид, что типа у меня больше ничего нет. Ну да, и появилась новая система. Во время стрельбы идти назад вперед. Также уменьшает систему хоррора. Конечно, на клавиатуре с мышью стрелять и ходить нормально, удобно, но я попробовал на джойстике. Но это то же самое, что играть в обычный шутер на джойстике. Как по мне, это не очень удобно. Конечно, есть такие умельцы, которые на джойстике спокойно играются, но я не из тех, поэтому... Данная бы система «Стреляй и иди» как бы мне бы не очень прижилась. Да откуда они все лезут? Да хрен его знает, ладно. Бежим вперед. На этот раз не надо несколько раз нажимать одну кнопку, достаточно зажать кнопку Е и сторону, куда хочешь бежать. А то изначально я что-то пробовал несколько раз же. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай, парень. Это не увязок зомби за нами угрыса прыгнет, а солдата жалко. Street Fighter 4. Кто играл, там Фейлон такой. What the, what the? Господи, сейчас у нас будет возможность поуправлять вертолетом. Всего лишь одной кнопочкой. Да я тут зомби развлекаюсь. Конечно, вот система вот здесь интересная такая. Прицелься, попади. Летел. Это уже плюс. Ай-яй-яй! Ох-ху-ху! Веселенькое начало. Опс. Да, вначале руки лучше держать на клавиатуре и на мыши, а не просто смотреть видео. Иначе можно так проебать момент. Так вот, с управлением... Вот сейчас почему-то я могу мышкой переключать, а вначале как-то... Вот, инвентарь, конечно, сейчас новая система с инвентарем стала. Уже нож не так вытаскивается правой кнопкой, как было
раньше, теперь надо его отдельно вытаскивать. Ну, как-то вот система инвентаря, конечно, пока что меня не радует. Вот и здесь кнопка прыжков вправо-влево, назад. Не знаю, почему он вперед не бежит. Ой, не прыгает. Теперь есть система идти медленно, зажатым. Ну, у меня Ctrl я сделал. Потом просто бежать и бежать быстро. Ну что ж, зайдем. Ну что, спрыгиваем или... Блин, у меня желание нажать на фонарик. Почему пистолет без фонаря? Темно, как у кого, кое-где. Ладно, не будем оттягивать, пора завершать пролог. Back for more. Если дословно перевести назад для побольше, для большего. Да, вот так вот и закончится наш пролог. Ну, это был первая часть, пролог, и заодно мое мнение, первый взгляд мой на игру. Пока что, в принципе, ну, как Resident Evil 5, ни хорошо, ни плохо, пока нормально все. И то, что я и ожидал. В нововведении в этих системах открывания, там Quick Time Events, в принципе, радует. Инвентарь, немножко эти непонятки, конечно. Для меня, конечно, было бы лучше, если была бы система, ну, на худой конец, как в Resident Evil 5. Лучше, конечно, как в Resident Evil 4. Ну, запрыгивать в инвентарь, это, конечно, хорошо. Спрятался, выбрал оружие. Ну, как бы не совсем реалистично, но все же. Там хотя бы видно раскладка, сколько можно взять, а здесь, видимо, определенное количество ячеек, то есть для пистолета одна ячейка и все. Ну ладно, не суть важно. Надеюсь, дальше по мере игры я приноровлюсь к пользованию инвентаря, приноровлюсь к управлению, потому что некоторые моменты я еще не могу до конца усвоить, как правильно быстро чем пользоваться, кроме колесиком, там выбор оружия, как, например, быстро выбрать гранаты или там аптека. С этим я надеюсь разберусь. Вот, ну, что можно сказать, пока все неплохо. Пролог пройден. Ну, нас ждут три кампании. Я их буду проходить коопом. Возможно, с разными людьми. То есть каждый кусок кампании с отдельным человеком. Ну, видно будет. Конкретнее уже определюсь позже. Вот, ну и, конечно же, кампанию за Аду тоже пройду. Так что все это будет впереди. Ну а с вами был 5P74. И я надеюсь на вашу поддержку и на просмотры вместе со мной игры Resident Evil 6. Я думаю, будет интересно. Так что всем пока. До встречи на кампаниях Resident Evil 6.